Данияр Елеусинов, Казахстан, Астана. Синеуглу Александр Испутин, Россия, Красноярск. The red corner, that is the Yari Rusina from Kazakhstan. In the blue corner, it's Alexander Zbudin from Russia. А, он с опущенными руками, это красноярец. Боев что-то штук 150 надо вообще. Ну, пока много, да? И руки он опущены. Ну, вчера он так всякому выиграл, что это. Не надо. Не понравился мне. Они что-то не делают, не могут понять. Синий? Красный. Далековато, видишь? Притянуться не может. Чуть-чуть не хватает. Данияр Елеусинов, Астана, 91 года рождения, победитель первенства мира 2006 года среди кадетов в Стамбуле, призер первенства мира прошлого года в Баку, провел 118 боев, 116 побед. Воспитанник заслуженных тренеров Казахстана Марата Елеусинова, Берега Маржинбаев. Еще разок. На выходе сюда, Даня, слышишь? На выходе. В атаке, видишь, бесполезно, а на выходе ничего, Даня. Ну, сейчас так, есть, чисто в атаке попал. Видишь, невидимкой кинул, попал. Есть. Блин. Хорошо. Аня, давай так же. Красноярск! Классика пошла. Она, видишь, начала дистанцию сокращать. Защиту. В глухой защите идет. Ближе заходит. Руки, видишь? А, ну, думаешь, бесполезно. Чувствую дистанцию. Попадай! Под углами бьет, так. Все. Ух ты! Намазал. Намазал.
Хорошее решение. Правильно делает. Однако выровнял. В синем углу боксер с берегов реки Енисей Александр Беспутин. 91-го года рождения. Победитель первенства Европы 2005 года в Твери. Финалист первенства Европы 2006 года в городе Тирана, Албания. Розовый призер первенства мира прошлого года в Баку. 115 боев, 113 побед. Воспитанник заслуженного тренера России Спицына и тренера Николая. Песня пошла. Более-менее грамотно. Стал тоже. Вот так, почаще надо туда бить. Все, выравнивает наш. Через 2 минуты. Есть. Какой нырок сделал впустую. Устал, что ли? Пошел. Очереди мы на входе, на выходе. Иначе писет. Бесполезно. Вот так вот. Хорошо! Ух ты! Было я. Борьба пошла. Ну что, наш выиграл? По-любому. Стоять нельзя, блин. Все стоять нельзя, блин. Пахать надо, блин. Очень это хорошо. Все, готово. Все, мы выиграли. Забрал раунд. Победу в бою и звание победителя международного турнира завоевал Александр Беспутин. Александр Беспутин.
На Лифатова похож, слышишь? Да нет. Для награждения приглашаются победители и призеры весовой